Vibe Twins. Внешний аккумулятор выходной мощностью до 30 Вт и поддержкой до 4 нагрузок одновременно. Устройство поставляется в фирменной коробке с магнитной крышкой и европодвесом. В комплекте прилагается 20-сантиметровый кабель с коннекторами USB Type-A и Type-C, а также проводная инструкция. Внешний аккумулятор Vibe Twins выполнен в корпусе из матового алюминия черной расцветки с глянцевыми торцами из пластика. Внутри установлен литий-полимерный элемент питания с емкостью в 16 тысяч мАч. На лицевой стороне корпуса расположились светодиодные индикаторы уровня заряда, а под ними вынесены вход microUSB, универсальный вход-выход Type-C, а между ними традиционный выход USB Type-A. Vibe Twins поддерживает технологию быстрой зарядки Quick Charge, что позволяет реализовать на выходе USB Type-A напряжение в диапазоне от 5 до 12 Вольт. Для порта Type-C предусмотрена поддержка технологии Power Delivery и Huawei FSP с напряжением 5, 9 и 12 Вольт. С противоположной стороны разместились кнопка включения устройства и откидные коннекторы плоских кабелей, которые встроены в левую и правую боковину корпуса. Здесь у нас Lightning для устройств компании Apple и Type-C для остальных решений. Длина интегрированных кабелей чуть меньше длины самого устройства и составляет 12 см. Кстати, габариты внешнего аккумулятора не превышают 14 на 7 см по длине и ширине соответственно, при весе 340 грамм, толщина всего 2 см. Кабели и разъемы укладываются в пазы по периметру корпуса и сидят в них достаточно прочно. С учетом встроенных коннекторов типа MAMA, Powerbank может поддерживать до 4 нагрузок, а предел мощности в 30 Вт позволяет заряжать от него даже ноутбуки.